Видео о том, как проложен кабель оптоволоконный до села Лисогорское. Данное видео сделано в районе окончания поселка Тельновск. Вот она идет, колея, которая была сделана в декабре месяце и уходит в сопки. То есть выкопали траншею, проложили кабель, закопали. Все это было сделано, соответственно, зимой, когда уже лежал снег. Сейчас пошла оттепель, снег, перемешанный с землей, начал таять, и получилась вот такая вот нехорошая картина. Вот здесь вот видно, что столбик, который говорит о том, что тут проложен оптоволоконный кабель, он просто-напросто упал. Начиная от поселка Тельновск и в сторону Надеждина, он просто вот он лежит вдоль дороги. И вот так вот примерно все до Надеждина. Вот он дальше пошел вдоль дороги. Местами уже снег ставил, он даже сполз в канавы. А вот так вот выглядит место, где проложен оптоволоконный кабель до села Лисогорское в районе Надеждина. То есть вот оно идет, место, где была траншея, проложили кабель и его закопали. И вот так вот он дальше пошел вон туда вот сопки. И вот так вот сделано до примерно Каменки. Начиная с Каменки, он лежит просто вдоль дороги.